Запах свежей краски как символ обновления. Кроме запаха, новый цвет стен, отремонтированные оконные рамы, вставленные где нужно стекла. Почтовые ящики снова закрываются на ключ. Никаких тебе Маша плюс Саша на стенах родного жилища. Они сами себе режиссеры подъездного убранства. Цвет покраски подъезда определяют жители. Это фиксируется определенным документом, протоколом с подписью. Он вывешивается, жители все знают, чтобы избежать споров. Вера Петровна, принимаете? Принимаем. Почему? Потому что нам нравится, как сделан ремонт. Все, что оговаривалось в договоре, сделано качественно, красиво. В этой процедуре по установленному порядку принимают участие еще две стороны. Одна из них – администрация Ленинского района. Честно говоря, качество нравится. Окраска исключительная, никаких вздутий нет, отшелушиваний нет. Третья сторона, управляющая компания, результатом в целом тоже довольна. Однако в бочке меда всегда есть ложка, сами знаете чего. Очень большая проблема в подъездах – это так называемая лапша из проводов. Все это по программе «Ремонт подъезда» необходимо убирать в короба. Не всегда это получается, потому что очень много проводов, и жители сами делают различные проводки, интернетчики несанкционированно делают. Ну, здесь есть над чем работать. Работать, как известно, всегда есть над чем. Но это уже совсем другая история. А это счастливо закончилось для всех сторон. И для жильцов, и для управляющей компании, и для администрации Ленинского района. На то мы порешили. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Ольга Садовская. Видное ТВ.